Китайская Народная Республика изначально была основным инициатором этого процесса, несла колоссальный, бесценный вклад в выработку принципов существования организации, ее функционирования. На этапе становления, оформления ее из диалоговой площадки в полноправную организацию, Китайская Народная Республика сыграла очень конструктивную роль, исходя из своего желания вместе с Центральноазиатскими республиками и с Россией, вот в том составе шестерки, работать на то, чтобы наше пространство было образцовым с точки зрения сотрудничества, с точки зрения обеспечения безопасности, эффективности борьбы с такими тремя злами, как терроризм, сепаратизм и экстремизм. Это стратегическая инициатива, обращенная в будущее. Она была изначально очень позитивно воспринято всеми странами ШОС. Они все были участниками, в значительной степени бенефициарами вот этой инициативы. В этом году отмечается десятилетие, как она была озвучена председателем Си Цзиньпинем здесь, в Астане, в стенах нашего ведущего университета. На примере стран ШОС, которые вовлечены, здесь я говорю и о Пакистане, и об Индии, и вот теперь Иран. Они все являются активными участниками и прямо, так сказать, получают практические выгоды от участия в проектах.